Радостное и долгожданное событие на днях произошло для жителей поселка Некрасовский. Здесь открылось новое почтовое отделение по адресу улица Некрасова, 18А. Старой почте нашей больше 60 лет было. Жители поселка очень давно ждали данного момента переезда в новое помещение. И вот, наконец, это осуществилось. Все приходят, нас поздравляют. Желаю, чтобы нам здесь было гостеприимно, чтобы у нас очень хорошо к нам относились. Как и раньше, жители у нас очень вежливые, очень доброжелательные. Всех... Добрый день. Новое почтовое отделение открылось в одном из домов, которые были недавно построены в рамках жилищного проекта «Новый Катуар». Всего в этом жилищном комплексе будет 11 многоэтажек, и выбор именно этого места для нового почтового отделения вполне оправдан. Я увидела совершенно другое, переформатированный облик Почты России. На самом деле, 4 новых направления, которые здесь появились, со слов и работников почты, очень радуют жителей по логистике, по все-таки внешнему виду и стандарту Подмосковья. Становится очень уютно, достойно, красиво, быстро, надежно, удобно. В этом году в рамках поручения губернатора мы отремонтировали 4 старых почтовых отделения. И это почтовое отделение, которое переехало из старого здания в новое многоэтажный дом, первый этаж, в удобная локация, удобный доступ. Новый формат помещения, совершенно по стандартам почты сделаны, да, в рамках брендбука. Также депутат Московской областной думы Марина Шевченко и заместитель главы администрации Дмитровского округа Ольга Машарова побывали в Некрасовском поликлиническом отделении, осмотрели оборудование медицинских кабинетов и пообщались с пациентами. Хочу сказать, что вот в нашем Некрасовском отделении работают очень хорошие специалисты. У нас есть узкие специалисты, на которых просто молятся наши жители. Например, Богомолова, наш эндокринолог, окулист здесь прекрасный. Ну, это очень важно, когда люди находят у себя на месте хороших врачей. Конечно, очень бы хотелось, чтобы расширялся круг специалистов, которые принимали бы здесь, в нашей поликлинике. Сейчас в Подмосковье проводится большая работа по созданию комфортной среды для пациентов и организации эффективного функционирования медицинских учреждений. Разрабатывается 3-летняя программа ремонта самых востребованных поликлиник области и уже запущена программа «Наша поликлиника», которая приведет к единому стандарту все взрослые и детские поликлиники региона. Соответственно...